Встает солнце. Приходит рассвет, и мир пробуждается к новому дню. В норах, колониях и на ветвях просыпаются животные, чтобы приветствовать восход солнца и приступить к своим повседневным делам. На многочисленных островах Новой Зеландии птицы всех видов радуются летнему зною. Для них это время нового начала и игр. Но вспышки гнева тоже нередки, а опасность всегда бродит поблизости. Их жизнь полна драматических событий, которые происходят в часы от рассвета до заката. От рассвета до заката. Новозеландское Рождество. В Новой Зеландии ночь перед Рождеством. Вот-вот настанет рассвет. В подлеске что-то шебуршит. Легендарное существо Новой Зеландии завершает свою трудовую смену. Это киви. Бескрылая птица, в честь которой называют народ этой страны. Млекопитающих эндемиков тут нет, поэтому киви выполняет работу ежей. Вынюхивает среди листьев червей и насекомых. Некогда гигантские хищные птицы изводили ее предков. И хотя эти враги давно исчезли, киви все еще избегают солнечного света. Но люди, перенявшие ее имя, также ввели в лес новых хищников. Умелых млекопитающих охотников. Горностай способен разделаться с существами гораздо крупнее его самого. Он учуял запах ее партнера в гнезде. Горностаи обожают яйца. Но это не по нраву разгневанному отцу киви. От гнезда киви на юге до залива Пленти на севере над Новой Зеландией растворяются последние островки темноты. У летучих рыбок еще есть время полакомиться планктоном, по ночам всплывающим на поверхность. Но и охотник побольше любит трапезничать в темноте. Каранксы нападают снизу. Летучие рыбы взмывают в воздух. Так их не поймать. Угадать, где они приземлятся, невозможно. Но торпеды-каранксы быстро смекают, что к чему, нагоняют и уничтожают своих жертв. Оставляя лишь ошметки, медленно опускающиеся на дно моря. Залив Пленти расположен у вершины трех главных островов Новой Зеландии. Северный остров, Южный остров и более мелкий остров Стюарт. Но есть и сотни других, раскиданных вдали от основной тройки. Острова Чатам располагаются в 800 километрах к востоку.
так далеко, что архипелаг Чатам – одно из первых мест в мире, встречающих рассвет. Хотя насладиться им могут лишь 600 местных обитателей. Большинство островов маленькие и безлюдные. Зато на крошечном островке Рангатира восход встречает семейство бурых поморников. Они – ночные хищники, охотящиеся на более мелких морских птиц, которые возвращаются на ночевку в гнезда. И приносящие ошметки домой на завтрак. Она поймала мелкого буревестника. В этих лесах тысячи гнезд. Но это не значит, что она должна делиться добычей с партнером. Птенцы – совсем иное дело. В Новой Зеландии Рождество приходится на разгар лета. Это время изобилия, когда потери одной семьи становятся пиром для другой. Пока птенцы поморника наслаждаются завтраком, над заливом Пленти наконец наступает рассвет. Почти на час позже, чем над Чатамом. Предрассветное кровопролитие на воде завершилось. А вот под водой банкет только начинается. Короткохвостый хвостокол обычно засекает добычу благодаря электросигналам, которые испускают все живые существа. Безжизненные ошметки летучих рыбок никаких сигналов не испускают. Но у хвостокола также отличное обоняние. Неподалеку Луциан хватает кусочек, на который нацеливалась морская звезда. Но в качестве утешительного приза он оставляет свой грудной плавник. Две ядовитые скорпены должны решить, кто тут главный, перед тем, как присоединиться к пиру. На победителей ничуть не сказывается целая кипа ядовитых шипов противника. Его награда – отборный кусок хвоста. Остатков тут больше, чем планировал оставить Карангс. Все принадлежит ему, пока он может это удержать. Океан – это поле битвы, зато крошечные островки – настоящее убежище для многих сухопутных существ. На небольших островах проще избавиться от завезенных млекопитающих, которые заняли материк. А море не позволяет им вернуться. Остров Литл Барьер находится недалеко от крупнейшего города страны, но недостижим для людей. На нем растет лучший из первобытных лесов Новой Зеландии и живут самые редкие из видов. Утром появляется самый крупный из местных сухопутных хищников. Длина этой туатары меньше 20 сантиметров. Но ей еще есть куда расти.
Более крупные особи ведут ночной образ жизни, а молодняк предпочитает день. Возможно, они просто не хотят, чтобы их съели старшие. На материке этих малышей истребили бы завезенные виды млекопитающих, вроде горностая, задолго до того, как те достигнут половой зрелости в возрасте 10 лет. Туатары – настоящие долгожители. Этот самец не теряет способности к размножению в течение сотен лет. А сейчас он греется на солнце, пока не стало слишком жарко. Зной ему не по нраву, что отличает его от ящериц, к которым он совершенно точно не принадлежит. Эти два семейства разошлись 250 миллионов лет назад. Он часть семейства клинозубых, последний представитель некогда мощной династии. На острове Литл Барриер в безопасности редкие новозеландские скворцы кокако. Сегодня, как и каждое утро, эта пара поет вместе в течение часа. Их пение сигнализирует другим кокако о том, что они стоят на страже своей территории. Утренняя распевка поможет избежать конфронтаций и позволит им сфокусироваться на более важных делах. Утро на острове – время хаотичной активности и оглушающих песен от десятков видов птиц. Многие птицы, как и кокако, в это изобильное время растят птенцов. Вдоль всего побережья растет древняя зелено-красная пахатукава. За свою расцветку люди прозвали ее новозеландским рождественским деревом. И оно предлагает сытный завтрак многим нектароядным певчим птицам. Туи – главные забияки на дереве, главенствующие над более мелкими птицами вроде маку-мако и хихи, исчезнувшими с материка, а также над седлистой гуей, единственным оставшимся родичем какаку, и кака, попугаями, которые остаются на острове на лето. Остров Литл Барриер сохраняет дом этих птиц нетронутым, таким, какой он был до того, как на материке поселились млекопитающие. Утро без нарушителей. Есть чему порадоваться. В нескольких сотнях километров к юго-востоку, в заливе Пленти, находится не столь безопасный Уайт-Айленд. Здесь солнце пробуждает целую колонию из 10 тысяч австралийских олуш. Они построили гнезда на склонах самого активного вулкана Новой Зеландии.
Лишь стена кратера закрывает от их взгляда провал в бездну. Кратер представляет собой кипящее озеро кислоты. Фумаролы выпускают ядовитые газы. А ландшафт покрывают камни и валуны, разлетевшиеся во время извержения. Опасное место для создания дома. Каждый день может стать последним. Но остров расположен прямо по пути течения, приносящего сюда стремящуюся в океан рыбу. Вот почему олуши остаются здесь. Птенец нуждается в пище, которую приносит отец. Самцу остается лишь лететь на поиски, надеясь, что по возвращении его дом будет на месте. В 1700 километрах к югу – то же время дня, но совсем иная погода. На субантарктическом острове Окленд вулканов не осталось, но это не сделало его более гостеприимным. Несмотря на лето, на Рождество вполне может выпасть снег. Сегодня прогноз обещает максимум 9 градусов и кратковременный град. Никаких ярких субтропических рождественских деревьев. Здесь их сменяет более скромный метросидерос зонтичный. Птицы здесь также более выносливы. Желтоглазые пингвины словно созданы для такого климата. Картинка беззаботного счастья. Мамы, папы и по двое птенцов почти в каждом гнезде. Эти пушистые комочки родились на прошлой неделе. Пока один родитель греет и защищает их, второй присоединяется к группе, спешащей на пляж. И они собираются в группы не просто так. Сюда, на период спаривания, явились их злейшие враги. Были случаи, когда новозеландские морские львы ели пингвинов. Эти полувзрослые самцы слишком молоды, чтобы спариваться. Зато у них есть время убивать. Сейчас они тренируются для будущих битв за самку. И у пингвинов есть шанс проскочить мимо. Но есть еще и взрослые особи. Более мелкие самки песочного цвета производят здесь потомство. А 400-килограммовые самцы здесь ради самок. Самки входят в гон через несколько дней после родов. Все самцы отважно сражались за право главенствовать над стайкой из 20 самок. Но стычки продолжаются.
В отличие от моногамных пингвинов, морские львы всегда пытаются умыкнуть самок у соседей. Наконец, пингвины погружаются в безопасность моря. Относительную безопасность. Чтобы плавать в ледяных водах, и пингвины, и морские львы наращивают жировую прослойку. Такое количество жира привлекает внимание природных гурманов. Летом белые акулы приплывают на острова. Нам неизвестно, является их целью также и размножение, или они приплывают только лишь на пир. Одна из них решает в ожидании главного блюда закусить тонкоклювым буревестником. Самкам морского льва также приходится идти на риск. Для того, чтобы дать молоко, им нужна еда. Но чтобы отправиться на поиски пищи, им нужно улизнуть от возбужденных самцов, следящих за каждым их движением. Эта группа самок разрабатывает план. Они дождались прилива, чтобы сократить расстояние. Все готовы. Одна из матерей не присоединяется к самкам. Ей не понадобится молоко. Это лучшее время года для местных поморников. На островах Окленд им достается куда больше, чем их собратьям на Чатаме. Этот самец с Чатама вчера наелся пойманными морскими птицами. Теперь ему остается лишь патрулировать территорию. Которую он делит с матерью своих птенцов. А может, его птенцов. Все очень запутано. Оба самца с ней спаривались. А любовь втроем – не редкость среди поморников Чатама. Порой это помогает им занять лучшие территории. Какой бы ни была причина, они преданы друг другу и всем своим птенцам. Как и поморники, эти темные дельфины у восточного побережья Южного острова являются ночными охотниками. Эти посменные работники утренним поездом направляются домой.
Всю ночь они питались кальмарами в глубоких морских водах. Теперь они сыты, и у них отличное настроение. Остаток дня они планируют провести, отдыхая и расслабляясь в более мелких водах. Но тут появляются нежданные родственники. Дельфинов-белобочек легко вычислить по длинным клювам. Возможно, они пришли на мелководье, чтобы родить. Как бы там ни было, темные дельфины радостно их встречают. Похоже, они узнают друг в друге родичей. И начинают общаться. Возможно, делятся историями. И на этом волшебная встреча заканчивается. Поздним утром большая часть Новой Зеландии начинает изнемогать от летнего зноя. На восточной стороне Южных Альп, тянущихся на всем протяжении Южного острова, прекрасный солнечный день. Чего нельзя сказать про другую сторону. Декабрь – один из самых влажных месяцев в одном из наиболее дождливых мест Новой Зеландии. И сегодняшний день – не исключение. Когда влажный западный ветер сталкивается со скалистым барьером, он поднимается и образует тучи. Но местным это по нраву. Киа – гористые родичи кака, единственный в мире вид горных попугаев. Утренний дождь их не пугает. Они прекрасно приспособлены к таким условиям. Эти птицы с желтыми участками вокруг глаз и клюва – подростки. У них есть заботы поважнее дождя. Найти пропитание в столь суровом месте непросто. Они питаются самой разнообразной пищей. От ягод и листьев до личинок и жуков. Понять, что можно есть и как что добыть, можно, наблюдая за взрослыми. Сегодня новый урок. Что она задумала? Дай-ка попробую. Это съедобно? Юные Киа чрезвычайно любопытны и обожают пробовать новое. По словам ученых, Киа – одни из самых умных птиц на планете. И Киа, судя по всему, согласны. Но Киа не единственные птицы, способные решать свои проблемы. На пустынном Уайт-Айленд
Олуши пытаются спастись от неумолимого полуденного солнца. Частое дыхание почти не помогает. Зато при нем теряется влага, что может привести к смертельному обезвоживанию. Хотя вокруг прохладное море, недосформированным птенцам до него не добраться. Но взрослые особи нашли решение. И растет оно ближе к берегу. Родители, следящие за гнездом, опускаются в прохладные влажные водоросли и прижимают их к перегревающимся птенцам. Пока один родитель занимается потомством, другой охотится за рыбой. Охотничья группа олушей вскоре замечает стаю дельфинов-белобочек, приплывших с такой же целью. Птицы и дельфины сталкиваются с одной проблемой. Как найти рыбу в таком количестве воды? Дельфины собираются в группы. В течение дня разные стаи объединяют усилия. 50 сонаров лучше, чем 20. А 100 еще лучше. Стратегия олуш – следовать за дельфинами. Они по опыту знают, что дельфины прекрасно охотятся. Обед уже совсем близко. Пока белобочки всерьез занимаются охотой, темные дельфины отдыхают и предаются одному из излюбленных занятий. Они делают это и ради веселья, и ради размножения. Это редкая возможность различить пол дельфинов. Самка всегда сверху. Один любопытный дельфин находит игрушку и перекидывает ее другому. Вскоре десятки дельфинов включаются в игру с комком водорослей. Для молодняка каждая игра — это возможность выучить новые навыки. Вроде этого красивого маневра. Темные дельфины – одни из самых гибких представителей семейства дельфинов. Навыки, выученные в процессе игры, очень пригодятся, когда придет время охоты. На островах Окленд самка морского льва возвращается с охоты. Самцы ждут возможности с ней спариться. Но ей нужно вернуться к детенышу. В этот раз ее стратегия – отход и уклонение. Она ловко передвигается на ластах. Thank you.
счастью, она спрятала своего малыша среди поросли, подальше от смертоносных ухажеров. Самцов интересует лишь создание будущего потомства. Даже полувзрослые самцы стараются изо всех сил. Гормоны бьют по голове, и самец беспрестанно преследует своих самок. Крошечные малыши постоянно рискуют попасть под его тушу, когда он обходит территорию. Четырехсоткилограммовый монстр даже не осознает, что творит, и не замечает попыток матери сдвинуть его с места. От агрессии самцов погибает множество детенышей. Только лишь когда другой самец подбирается слишком близко к его гарему, он сдвигает свою огромную тушу. Лишив поморников очередной легкой добычи. Недалеко от побережья Уайт-Айленд стая дельфинов все растет. К вечеру по морю проносится стая из более чем 1000 белобочек. Они, наконец, нашли то, что искали. Косяк сайры. Отточенными движениями дельфины начинают сгонять рыбу в плотные шары. Они по очереди налетают на шар, пытаясь схватить рыбу. Олуши видят, что происходит внизу, и дождем падают с неба. Они словно стрелы проникают в толщу воды на 9 метров. Некоторые их удары точно в цель. Но паникующая рыба находится в постоянном движении. Однако это не проблема. Олуши — редкий вид птиц, которые умеют как плавать, так и летать. Некоторые проводят под водой до 30 секунд, воображая себя пингвинами. Недалеко от островов Окленд, на юге, настоящие пингвины занимаются примерно тем же. Они больше похожи на крошечных пернатых дельфинов, чем на птиц. На пути домой их привлек косяк рыбы. Идеальное завершение успешной вылазки.
Пингвинятам будет, что сегодня поесть. А на пляже детеныши морских львов уже обедают. Большинство наслаждаются жирным молоком. Но один голодный малыш никак не может отыскать мать. Его зов остается без ответа. А другие самки не могут ему помочь. Он еще не знает, что его мать не вернется. Она близко познакомилась с белой акулой. Слишком близко. Сложно не узнать узор, оставленный на ее животе зубами акулы. Она пыталась вернуться к своему малышу. Но ее путь закончился на пустынном пляже. Ближе к вечеру группа пингвинов-рыболовов готовится пройти сквозь строй морских львов. Тут важны скорость и умение лавировать. Грациозность тут не важна. Главное — добраться до дома живым. Но один одноногий пингвин отстал. Возможно, он потерял лапу в борьбе с морским львом или акулой. Это не свежая рана. Одноногий пингвин продолжает добывать рыбу для своей семьи. Партнерша и двое птенцов одноногого пингвина с нетерпением ждут его домой. Время позднее, он вот-вот должен вернуться. Несмотря на все препятствия, одноногий пингвин добирается до зарослей. Он почти дома. Другие птенцы в колонии уже жадно поедают полупереваренную рыбу, которую срыгивают вернувшиеся родители. Но удача отворачивается от одноногого пингвина. Это трагедия вдвойне. Вероятнее всего, его партнерша покинет гнездо. Воспитать пингвинят можно только вдвоем. Возможно, иметь семью из троих более выгодно. В первую очередь,
Сумерки накрывают дом поморников на островах Чатам. А с ними приходит и их добыча – тысячи птиц, вернувшихся в свои гнезда. В их числе маленькие круглые буревестники, проносящиеся сквозь деревья. И малые пингвины, шагающие в темноте. Все они вернулись домой с животами, полными рыбы для птенцов. Где-то через час после наступления сумерек на Чатами мгла накрывает материковую Новую Зеландию. Темные дельфины Каикауры готовятся к ночному путешествию. Их поведение заметно меняется. Игры-кувырки сменяются громкими бросками. Это ультразвуковое сообщение, которое говорит остальным, что пришло время охоты на глубине. Таково изумительное Южное Рождество. Прекрасные виды. Счастливый молодняк и множество морских деликатесов.